Итак, всем привет на нашем канале. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Одна посылочка всего лишь. По трек-номеру одежда для собак. Не забываем подписываться, ставить лайки. Аккуратненько открываем. Ничего не порезать. Так. Здесь вот у нас вот такая вот одежда для собачки. Так, ссылка на товар внизу под видео будет, кому интересно. Так, вот такая вот у нас курточка. Такая вот, тут у нас накладная выписана, первый раз нам попадает. Так, посмотрим, что же у нас представляет собой сама курточка. Здесь вот такие вот защелочки. Это щелочка липучки. Здесь тоже вот такая вот липучка. Капюшончик. Так, тут есть отверстие. Отверстие для ремешка. На ощупь очень приятное. На вид очень качественно сделано. Очень качественно. Такие вот защелочки. Размер как эмочка. Очень довольно-таки интересненько и симпатичненько сделано. Так вот это вот все дело крепится. И вот такая вот. Такая вот у нас курточка. Тут можно регулировать. Курточка покупалась на Йорка. Тоже написано. Размерчик. Все написано. Такая вот фирма. Может, кому надо, можете обращаться. Итак, еще по этой курточке. Что же у нас тут-то? Вот это вот квадратики. Я думаю, что не прошиты. Они не прошиты, они пропаренные такие вот дела. Внутрь. Внутрь у нас такая типа шерсть. Довольно такая нежненькая. Здесь резиночка. Вот капюшончик. Ну, довольно-таки швы ровные. Здесь видно все. Такие довольно все. Так, вот я кинул еще вот такой вот подарок от продавца со смайликом. Смайликом и... таким вот бантиком. Вот такие вот у нас пришла посылочка с сайта AliExpress. Всем спасибо за просмотр видео. Идут еще посылки. Будет очень много всяких разных еще посылочек, нужных для хозяйства и для всяких. Думаю, что еще будет заказывать и для собачки. И для всяких игр для детей. Так, подписываемся на канал, ставим лайки. Говорим друзьям, что у меня есть такой канал, который развивается. Всем до встречи в других видео. Пока.